Песчаная сказка – таинственный, чарующий, притягательный спектакль с единым сюжетом, увлекающий в загадочный мир циркового искусства. Вместе с главными героями зрители окажутся в самом сердце пленительного Востока, где живут жуки-скоробеи, воины-скорпионы и восточные красавицы. Новое шоу Королевского цирка с участием титулованных артистов Росгосцирка. Уникальный тематический цирковой спектакль, где номера объединяет единый яркий сюжет. Энергичные акробаты на джамперах, ловкие жокеи на лошадях, буфонадные жонглеры на моноциклах, виртуозные эквилибристы, а также воздушные гимнасты на ремнях. Рязанская публика радостно встретила долгожданные выступления артистов. Когда зритель очень отзывчивый и с самоотдачей большой, тебе очень легко. И мне было сегодня очень, очень волнительно, но очень легко при этом. Изюминка грандиозного шоу «Гия и Радзе» – единственный во всем мире аттракцион с тремя гиппопотамами. Полуторатонные африканские бегемоты исполняют зрелищные трюки под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его жены Людмилы. Лучше, чем в Сочи было. Мы уже представление, второй раз. Да. Да. Вообще, первый раз мы в Сочи смотрели. Лошади. Вообще не представляю, как такие животные бывают на земле. Вообще. Очень красивые костюмы. Последний номер просто шедевральный. Ну и как бы все животные ухоженные, все-все очень красиво. Мне пока понравилось. Верблюды. Хорошие еще животные, лошади. Ухоженные очень. Еще лошади. И артисты высокого уровня. И джинны. На манеже величественно проплывают корабли пустыни. Верблюды, обезьяны ловко исполняют трюковые номера, а под куполом, будто на крыльях, парят воздушные гимнасты. Все представление – это настоящий спектакль из нескольких десятков номеров, каждый продуман до мелочей. Поэтому после выступлений зрители еще долго не отпускают артистов, аплодируют стоя по несколько минут. Современное прочтение «Волшебной лампы Аладдина» нашим одним из лучших режиссеров современности, не побоюсь этого слова, моим другом Гии Эрадзе. Это, я еще раз повторюсь, одна из лучших программ «Росгосцирка». Самым юным зрителям, конечно, запомнился номер под руководством Екатерины Запашной с белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами и пушистыми шпицами. А для публики – премьера номера высшей школы верховой езды заслуженного артиста России Юрия Володченкова «Цыганская страсть». Рязанцам посчастливилось первыми увидеть уникальный номер, к которому артисты готовились больше 2 лет. Люди увидели сегодня бегемотов, да, обезьян, которые прыгают с подкидной доски на бегемотов. Это, кстати, Тофик, народный артист России Тофик Гусейнович Ахундов. Практически все призовые места на всех международных фестивалях с этим номером, именно с этим трюком и с этим аттракционом брал. Друзья, с 4 июня по 17 июля мы вас ждем в Рязанском цирке. Ура! Ура!